Вместо родных и близких – люди в форме. Вместо цветов, хлеба и соли – данные о задолженности. Накануне в Чебоксарах судебные приставы встречали и провожали пассажиров железнодорожного вокзала и аэропорта. В руках тяжелый багаж, а на совести тяжкий груз – непогашенные долги. Таких пассажиров поезда «Москва-Чебоксары» сегодня встречали судебные приставы. 500 рублей. Исполнительский сбор за просрочку свыше 5 дней. Для тех, кто не захотел расставаться с долгами прямо на перроне, путешествие продолжилось. На этот раз в районный отдел судебных приставов. Впрочем, ездят должники не только железнодорожным транспортом. Так, сумма в несколько десятков тысяч рублей едва не помешала подняться в воздух жительнице Чебоксар, которая направлялась в Анталию. По данным приставов, она задолжала ТСЖ более 50 тысяч рублей. Удивительно, но когда отпуск оказался под угрозой, необходимая сумма сразу же нашлась. Подобные рейды проводятся регулярно, и приставы не стоит напоминать, чтобы не возникало таких проблем, проверять свои долги и оплачивать их перед предстоящими поездками. О задолженности можно узнать на сайте приставов.